За наезд 2500. Жительница Златоуста выплатит штраф за то, что сбила пешехода прямо на зебре. Административное дело рассмотрели сегодня в городском суде. Авария произошла в октябре этого года. Жительница Златоуста ехала на своей машине по улице Карла Маркса. Девушка подъезжала к зебре, когда на дороге появился пешеход. Остановиться вовремя автоледи не успела. Было очень темно, был дождь, шел, и вот этот пешеходный переход, где шла Нина Тимофеевна, он не освещается. Женщина, которая переходила дорогу, угодила под колеса. Потерпевшая получила сотрясение мозга. Врачи также зафиксировали кровоподтеки. Скорую вызвала сама виновница происшествия. Она же дозвонилась и в ГИБДД. Правда, компенсацию девушка выплачивать отказалась. Она говорит, не может такую сумму выплатить. Я ведь просила сумму-то небольшую. Мне ведь компенсацию она должна, по-моему, выплатить. Я столько пережила, столько перетерпела. У меня до сих пор гематома вот еще не сходит. По решению суда автоледи выплатит 2500 рублей. Пострадавшая автомобилистка возместит ущерб с помощью полиса ОСАГО.